Со спортивным энтузиазмом 5 октября читинский активист Николай Алиханов планирует привлечь к себе максимум внимания. В 12 часов он проведет пикет у приемной президента, затем станет участником судебного заседания, а после этого проведет пресс-конференцию. На ней общественник хочет видеть не только журналистов, но и депутатов Краевого Заксобрания – Виктора Лопатина, Андрея Житкова, Игоря Рыжкова и Владимира Иванченко. Главная тема – переименования Забайкальского края в республику. Скорее всего, я не пойду. И скорее нет, чем да. Потому что я не вижу смысла в этой затее. В этом есть какая-то здравая идея или хотя бы зерно вот в республике Забайкалье? Нет, конечно.